arasında niye Tatarlar 55 diye 56. yılları gelip başladılar. Ural'dan, Özbekistan'dan hepsi. Bunda Omal'de işçileri var, iş var idi, hepsi var idi. Tokluk var idi. Sonuçta bunda gelip bunda kaldılar. Omal'de bir 30 sene var idi. 30 сене бар еді. Я работала так в связи на Мышгороде 28 лет. И когда этот, сотовая связь как вышла, да. Меня сократили. Переселенцы были. Она говорила, что вот нас переселили сюда. И вот этот участок, они дом, там маленький домик был, купили. В этом доме я и живу. Ну вот участок, не дом, вот в этом участке я и живу. В 60-х годах все почему-то с Узбекистана, все собрались ехать именно сюда, было село Луговое. Очень богатое место, жили здесь очень хорошо, и вот все сюда хотели переехать. В школу пошли мы здесь. Да, было, конечно, в то время я пошла в школу, я не знала ни одного слова на русском языке, только на татарском. А школу закончила, получилось наоборот, родители так, папа обижался, говорит, я вот закончите, я, мы поедем к своим. Ну так, никуда не поехал, здесь остался. Вагондар тоқтайын деп жерлерде. Ну, типа это, жүріп шығайдық. Тез-тез-тез тоғы кафе, кафе не жағалар де костер. Табашығым, бір табашығым бар. Табашығым пшеница салайды, ну, по дороге, чтоб кушать, шоны поджарить. Только не успевает салмаға дейді. Фу, кетеді вагон. Давай, дейді тоғы шашам, мы не жүра кетелі. Ашатмай екенет бедаш. Я вот помню, отец рассказывал, ему было 10-12 лет. Он рассказывал, как они на поле ходили, узбеки сажали рис. И это после вот, вот этого сбора риса, вот, узбеки собирали это, ну, все равно там, значит, что-то оставалось. Отец говорит, она бы с баламас, кишкене баламас, говорит, барайда, говорит, она с берейда, говорит, барщевалчих, бардурбачих берейда, говорит, она китыйдык базанда, говорит. А узбеклер, говорит, базын кургенде баларын, и айтайдылар, а, манау, балар, говорит, анау, неден кеген балдарын балары, тимен соларға, деп. За Крым Маргелане очень за, всегда митинги создавали, давайте все вместе соберемся, поедем. И когда митинги собирали, делали собрание, нас всегда, помню, милиция приезжала, всех забирала. Я в 85-м году вышла замуж сюда, приехали, меня там в Узбекистане засватали. В 90-х годах, 90-91 год, родители уехали в Крым, с Узбекистана переехали. В Красногвардейском районе, село Новая Екатериновка, Шуерден и Алганлар. В 81-м году я вышла сюда замуж в Казахстан. 8 августа нам с мужем было 40 лет, как мы живем вместе. Нас трое детей, два сына и дочка. Они уже взрослые тоже, ага. Четверо внуков у меня.